На центральном катке «Люберец» прошло ледовое представление Ильи Авербуха «Чемпионы». Уже третий год фигуристы показывают сказку на льду. Подробнее о праздничном концерте расскажут мои коллеги. С каждым годом мы по-настоящему действительно ждем, и я слышал, что ребята говорят, и я жду этих выступлений, зимних выступлений в Подмосковье. Мы стараемся как можно интереснее программу приносить, а самое главное, что выигрывает зритель, вы видите, сколько людей, и это лучший ответ, причем они пришли по зову сердца, пришли по настроению, и это самое-самое важное. Наблюдать за мастерством фигуристов могли не только на ледовой сцене, но и с мультимедийных экранов, где велась прямая трансляция. Жители с нетерпением ждали выхода профессионалов на лед, и сами артисты спешили встретиться со своими зрителями. Всех тех людей, которые посетят наше шоу, а собственно мы можем наблюдать их на заднем плане, ждет контраст по погодным условиям и по внутреннему огню. Потому что вроде бы, да, прохлада, но с погодой нам сегодня действительно повезло. Но с другой стороны, наверное, вот это тепло и энергия от тех, кто будет выходить на лед, мы надеемся, что как раз вот эта энергия будет согревать всех тех, кто придет. Я уже видела, мне очень понравилось. Я жду очень ярких впечатлений и очень классного представления. Эту сказку для зрителей Подмосковья на протяжении 3 лет дарят благодаря губернаторской программе «Зима в Подмосковье» и при поддержке Министерства культуры и туризма и личному участию министра Василия Кузнецова. Ждем хорошего настроения, много людей. Конечно, очень приятно приехать в этот город. Я надеюсь, что сегодня асы на льду подарят незабываемые впечатления жителям. А вообще, в целом, больше 10 тысяч мероприятий подготовлено в рамках этой зимы Подмосковья. Я думаю, что будет, как всегда, весело, насыщенно и интересно. Приветствуя зрителей и участников, глава городского округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что в этом сезоне люберцы одними из первых дали старт серии спектаклей на льду в Подмосковье. Дорогие люберчане, с праздником таким красивым, праздником фигурного катания. Сегодня на нашем льду, который уже, как правильно сказали, третий год является приемной стороной шоу Ильи Авербуха, гала такого концерта. Мы очень этому благодарны. Большое спасибо вам за то, что вы нас не забываете. Мы принимаем сегодня такую команду фигуристов. Праздничная атмосфера заряжала не только зрителей, но и самих фигуристов. После выступления профессионалы делились праздничным настроением и пожеланиями. Невероятно. Это просто невероятное шоу с невероятным количеством людей, с невероятной атмосферой. Скажу так, катайтесь на коньках. Все. Это полезно, это круто, это красиво. Снежочек еще пошел. Обстановка Нового года. Прекрасное место. Зрители вообще огонь. Зрители очень хорошо встречают. Лед. Просто замечательно все. Мне весело. Я, как и сказала, сейчас на льду, что у меня постоянно номера с какой-то глубокой смысловой нагрузкой. Я немного от этого подустала. И я решила, что пускай этот Новый год у меня пройдет под эгидой юмора. Легко, хорошо. На выступление собралось несколько тысяч человек. Ежегодное ледовое шоу – настоящий подарок для жителей городского округа Люберцы. Отлично. Море эмоций, впечатлений. Спасибо за организацию и вообще за великолепных фигуристов. Отлично! Нарвались до хрипоты. Молодцы! Ягудин вас самый лучший! Анастасия Кладинова, Богдан Колесников, Денис Угольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.